уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здравия. Сегодня сначала я прибыл на реку, хотел половить окуня по заводям, по закуткам. Приехал на реку, а река размыта. Сегодня минус 12 градусов тепла. Видимо, гидроэлектростанция, которая находится на водохранилище, поддала немного теплой воды. Соответственно, эта вода пошла в реку и реку размыла. Недолго думая, я собрался и поехал в верховье этого водохранилища для того, чтобы хотя бы как-то сегодня, чтобы день у меня не пропал зря. В общем, в приоритете мы сегодня будем искать окуня. Если найдем плоту, то, возможно, мы ее закормим. Значит, краткая информация по водохранилищу, на которое я сейчас еду. Водохранилище очень запрессовано рыбаками. Крупная рыба есть, но ее настолько мало, что поймать ее, особенно зимой, вообще практически не представляется возможным. Соответственно, приедем мы сейчас на водохранилище, будем искать рыбу с камерой, ходить сверлить очень много лунок. С лета я это место не разведывал для себя, в навигатор точки не забивал, соответственно, будет просто колемый поиск. Не сдаемся, идем до конца. Очень сильно плохой. Я все-таки нашел рыбу. Стоит окунек, глубина примерно 2,5 метра, дует сумасшедший ветер. Сейчас будем пробовать ловить. В одной из лунок показалась сорожка, поэтому решил пробить еще несколько лунок. Сейчас еще закормлю дополнительно, чтобы рыба уже окончательно встала на лунке. Буду пробовать подбирать приманки, посмотрим, может быть, все-таки начнет она ловиться и клевать. В общем, друзья, на тех лунках, на которых я прикармливал сорожку, к сожалению, не было вообще абсолютно никакой реакции у рыбы на мормышку. Наверное, опять дело в перемене погоды. Но я сейчас сместился ближе уже к машине. Я тут нашел такой небольшой пупочек, начал ловить и столкнулся, в общем, с такой необычной особенностью, как лифт окуня. Я как бы слышал о том, что на безмотылку частенько бывает такая ситуация, когда на небольшой глубине ловишь окуня и только вытащил, сразу мормушку опускаешь, сразу же клюет следующий. Но на практике я это не проверял. Но сегодня так сложились звезды, что это явление я испытал на себе. Как это все происходило, сейчас вы увидите.
жрет жадно. Толстячок какой. Сформировалась у меня в голове такая достаточно интересная особенность по ловле окуня. Садишься на новую лунку, начинаешь делать проводки. Вот обычно я сейчас делал 4 проводки, такие достаточно быстрые. То есть я, ну, грубо говоря, не позволял окуню атаковать мормышку. И доходило до того, что вот где-то в конце 4-й проводки окунь уже прямо, ну, он вдогонку шел и прям уже жестко давил. То есть были поклевки такие прям бум, шестик аж прям загибался. А потом вот, когда вот эти вот 4 проводки в достаточно быстром темпе я сделал, то есть уже, ага, окуня раззадорил, и начинаешь уже методично потихонечку трясти. И там уже тоже поклевки такие, они, он уже, видимо, раззадоренный, и прям буф, так, ударчики такие прям хорошие. Окунь-то не крупный, фестивальный, но, тем не менее, все равно ловить приятно, потому что поклевки достаточно такие хорошие, уверенные. В общем, по снастям, что у меня сегодня работало. Не было такого предпочтения по леске, то есть у меня стоял флюр 2.08 и стояла леска еще на одном удильнике, более мощном, 0.108 микрон. Значит, по мормышкам сразу же окунь хорошо отреагировал на гвозди, шарики и дрёный глаз, но окуньки были небольшие, это в том месте, где мы кормили сорожку. Потом подошел я сюда немного поближе, здесь начал работать классический гвозди, шарик с латунным шариком. Погода сегодня очень ветреная, поэтому достаточно тяжело рыбачить. Сторожок прям мотыляет очень сильно, поэтому я его немного так укоротил, то есть подтянул. И более-менее началась проводка такая, ну, не сказать, что прям независящая от ветра, но сопротивляющаяся ветру достаточно хорошо. Я, конечно, раньше знал тоже о том, что окунь лифтит. То есть, когда его ловят на блесна, то буквально одного поймал, тут же блесну закидываешь, с верхнего горизонта начинаешь спускать, он тут же ее берет, потому что они стаи поднимаются. Но я думаю, что эта практика применима также и без мотылки.
Какого-то конкретного предпочтения по мормышкам, которые вот надо бы использовать для ловли окуня вот именно методом лифта, я пока сделать не могу. Но я могу сказать о том, что вот именно этот стук, это шуршание, которое воспроизводит гвоздишарик, они, мне кажется, достаточно большой эффект имеют. Поэтому я думаю, что, может быть, будут эффективны мормышки также с цепочками, ну, может быть, с какими-то бусинками, которые именно побрякивают. Ну что ж, про мормышки я рассказал. Небольшой такой маломальский лифт окуня я вам тоже показал. Ну и у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.